Друзья, добрый день. Меня зовут Васинок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас специально для вас нахожусь в Турции. Регион Кушадасы. После коронавируса первая моя поездка. Отель, который мы будем с вами инспектировать, называется Richmond Ephesus Resort. Здесь многие отели добавляют приставку Ephesus, потому что рядом Эфес. Ресепшн отеля. В отеле нужна маска. Сейчас возьму. Друзья, если вам понравился данный материал, подписывайтесь, там есть кнопочка, жмите ее, подписывайтесь. Для меня это очень важно, потому что так вы можете поддержать мне мой канал и помочь развивать его. Расскажите вашим друзьям, знакомым про мой канал, пускай тоже подписываются, буду вам очень признателен за это. Есть какие-то вопросы, хотите чем-то поделиться, были в этом отеле, пишите в комментариях, расскажите, пускай другие туристы, которые поедут в отель, знали, как на самом деле здесь, потому что я просто инспектирую, в этом отеле я жил, то есть мне он понравился, но в многих отелях я не живу, мы буквально на 30 минут сюда попадаем, и у меня нет возможности все посмотреть и увидеть. Мы видим номера, которые нам показывают, мы видим территорию, которую нам показывают, и объективно вы только можете сами, смотря это видео, оценить, стоит вам ехать в этот отель, не стоит. Ресепшн двухуровневый, есть второй этаж, видите, картина Эфеса, библиотеки, главный ресторан, еще обед, можно сходить поснимать, еще мы успеваем чуть-чуть. Все закрыто. Рис. Мясо, овощи. Курица, картошка, фри. Такая клет, вот такую штуку, и до костей никого туда не пускают. Номер 207, стандарт. Стандарт от Юра. С видом на сад, покрытие ковровое. Две кровати, все чисто, аккуратно, кондиционер центральный. LCD-телевизор, дополнительно есть кресло со столиком, балкон среднего размера, два стула, столик, у вас боковой вид на море с этого номера и на сад, и на соседний отель. У нас на сайте есть удобная система онлайн-поиска payviking.by. Если вы самостоятельный путешественник, вы можете делать все самостоятельно. Зашли, подобрали, оплатили. Приходить в офис не надо, документы мы вышлем вам по электронной почте. Это тоже стандарт. Он больше. LCD-телевизор. И тут вид на территорию отеля. Балкон такой же. Вот на территории отеля. Там я слева видел еще водные горки. Я думаю, посмотрим ее. Мини-бар, мини-бар. Пусто. Сейф.
не вижу. Ага, вот он сейф. Сейф большой. Ванная комната. Такая же, как и в соседнем номере. Мы с вами смотрели душ. Ванны нету. Вышли на территорию, идем гулять с вами по территории отеля, идем на пляж. Дорога на пляж. Вот это, да, в этом отеле вы были? Не в этом, но что-то такое. Коллега мне мой говорит, что здесь они отдыхали 20 лет назад. И здесь очень классный песок золотой, когда выходишь из воды и весь на солнце светишься. Ну да, да, вот он точно, смотрите, блестит. Золото. Золотой пляж. Круто. Реально. Реально блестит. Ой, дайте бы до моря. Полоса широкая. Видите, мы жили с вами недалеко, в соседнем отеле, вот здесь вот. Вход здесь пологий, идете, вам по колено, потом по пояс, потом вам надоедает идти, и вы просто плывете. Я не знаю, видно, не видно на камеру, но он реально, вот видите, как золото кусочки. Данный пляж и отель подойдет для семейного отдыха с детьми, так как здесь очень хороший пляж, хороший пологий песчаный вход в воду. Детям здесь будет комфортно. Мы сейчас живем в другом отеле, который ближе к Ушадасам, и вот там есть и камни, и морские ежи, и водоросли. И для деток там на берегу комфортно плавать, но вот если дальше пройти в глубину, то все уже. Идем с вами дальше. Детская площадка, игровая в виде корабля. Слева у нас бар. Вот он. Корабль наш, смотрите какой, детям будет прикольно здесь полазить. Здесь растут деревья, тени нету, по крайней мере в обед. И рядышком еще одна площадка, еще горки, качели, галька на площадке, на игровой. Мы с вами прошли всю территорию, там уже забор, я вижу справа. И возвращаемся на территорию главного корпуса. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимаете на нее, приглашаете ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня. Thank you.